В Таиланде поборники нравственности могут быть довольны. Открытие увеселительных заведений, привлекающих большие деньги, но одновременно стяжавших сомнительную славу некоторым городам замечательной страны, откладывается на неопределенный срок из-за опасности повторной вспышки коронавируса. Карантин постоянно продлевают, и я вообще не вижу, когда нас могут открыть в обозримом будущем. На самом деле эпидемия навсегда изменила привычный образ жизни и проведение досуга всей планеты Земля. Крайняя скученность и утрата контроля за своим поведением людьми, потребляющими горячительные напитки, может превратиться в большую проблему для эпидемиологической службы любой страны. Так что, похоже, вчерашним ночным бабочкам в скором времени придется осваивать оздоровительную работу на свежем воздухе, например, на рисовых плантациях. Правительственные чиновники в Таиланде весьма скептически относятся к туманному будущему полузаконной ночной индустрии развлечений. Они уточняют, что эпидемия ввела новые правила рассадки людей даже во вновь открывшихся обычных дневных ресторанах, не ближе, чем на дистанцию 1,5-2 метров между столиками. Естественно, в такой ситуации говорить о любом контактном виде отдыха даже не приходится. Кроме того, многие в Таиланде уверены, что новый подход к развлечениям поможет обновить имидж таких городов, как Паттайя.